Да. А что ты, Саш? А, ну давай мне вот этот фужер. Вот этот? Ну да. Все. Все, ребятки. Хотим вас поздравить в преддверии наступающего Нового года. Сейчас вот хочу прям выложить это видео вам. Сейчас время у нас 9 часов вечера, 31 декабря 2022 года. Что хочу пожелать нам всем, конечно же, забрать с собой здоровье, забрать с собой все то, что мы приобрели в этом году, что мы заработали в этом году, что мы, как сказать, Саша, дополняй меня. Чем мы насытились в этом году, чтобы мы все это утащили с собой в год 23. Кролика. Да. Поэтому, конечно же, в этом году у нас такие серьезные были изменения в жизни, к которым мы шли, да, но мой вот этот перелом, все это, вот мой вот этот перелом затормозил, конечно, вот эти наши мечты и наши желания, да, расшириться. Ну, наверное, так оно должно было быть. Потому что, видать, вот это жилье нас ждало. Ну, конечно, не такими критическими этими для меня, что повлияло на здоровье. Да, конечно, это ни с чем не сравнится, здоровье и квартира. Но все-таки год был хороший, год был достойный. Начался он, конечно, не очень хорошо, но все-таки мы все это преодолели, мы все это Заканчивается хорошо, короче. Да, да. Слава Богу, что заканчивается этот год благополучно, хорошо. Столько всяких изменений всего. Да. Всего-всего. Я думаю, что всем год тигра принес какой-то хороший... Не знаю, что-то хорошее год тигра принес, наверное, я так думаю, что кому-то что-то хорошее он принес. Вот, это мой год, я его, конечно же, свой год через 12 лет он повторится. Но вот говорю, что в свой год у меня, конечно же, происходят в моей жизни кардинальные изменения. Вот. Ну что, мы наготовили с Саньком, родители там, они уже покушали, мы уже созвонились, поздравили. Вот еще сейчас будем всем звонить, друзьям, знакомым. Поздравлять еще. Детям будем звонить, да. Всех поздравлять будем. Но хочу вот вам сегодня всем пожелать, конечно же, здоровья, здоровья и здоровья. И побольше же, конечно же, материального состояния. Потому что сейчас, в наше время, это очень актуальная тема. Вот. И, конечно же, хочется, чтобы наши дети не нуждались, наши старики не нуждались, чтобы все как-то достойно жили в нашем государстве. Но я так думаю, что наше правительство все сделает для того, чтобы в скором будущем мы, конечно же, зажили более-менее, да. Роскошно. Да, вот чтобы вот это вот накрыть сейчас, да, это вот каждая семья потратила всю зарплату. Это вот реально, ребятки, вот всю зарплату потратили на стол. А по сути-то вот особо, да, вот... Ничего такого не купили. Да, и то где-то себя ущемляешь, там, икру раньше, семгу вот это себе позволяли, да, покупать. Сейчас это вот уже как-то... Чувствуется по накрытому новогоднему столу, ребятки. Я вот сегодня ощутила вот этот момент. Даже мне вот как-то вот внутри думаю, да, вот мы как-то вот уже холодец варим с курицей, да, раньше варили. Как его? Поэтому, ребят... Культышки, да, ножки поэтому, и курица. Да. Поэтому, ребятки, хочется, чтобы мы все зажили более-менее достойно, чтобы мы позволяли себе раз в год отдыхать, куда-то ездить в отпуск, позволяли себе отмечать праздники, собираться с друзьями, чтобы было на это деньги. В общем, всех благ вам. Забирайте все хорошее с собой и вперед навстречу кролику.
Ну, а вам всем хочу пожелать, конечно, не пожелать, а хочу сказать огромное-огромное спасибо, что вы с нами, ребятки, что вы с нами на одной волне, что вы продолжаете нас смотреть. Вот, в принципе, не такие-то у нас, да, чтобы канал такой, как бы он более домашний, более такой приземленный, конечно, нету всякого такого, да, чтобы над чем-то, ну, не знаю, ну, такой у нас домашний канал, домашний кулинарный, дачный канал, вот, и какие-то посиделки, вот, мои хорошие, и вы остаетесь с нами. Значит, все-таки, наверное, мы не просто так ведем свой канал. И, конечно же, я вот это детище свое я не оставлю. Я буду снимать, продолжать все. Потому что зритель у меня уже собрался такой, который меня смотрит и который ждет мои видео. В общем, мои хорошие, все. С наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, благополучия. Вы у меня самые классные, вы у меня самые клевые. Самые лучшие и самые-самые невероятные зрители. Вот. Некоторые даже уже стали близки по душе, по духу, по вообще мировоззрению. И интернет – это великая штука, да, она как-то вот сближает, объединяет, да. Ну, что, Санек? Давайте с наступающим. С наступающим, ребятки. Всех вам благ. Забирайте все хорошее. Везде, где можно, в карманы, я не знаю, в мешки. И уносите с собой в год кролика. Все, мои хорошие. С наступающим. Санек, выключай. Все, ребятки, мы пьем за вас. И провожаем этот старый год. Год тигра. И плавно переходим в год кролика. Санек, пока я говорю, ты выключай. Все, мои хорошие, пока-пока. С наступающим.